Санкт-Петербург принимает очередной 19-й форум стратегов, который является ведущей площадкой для обсуждения комплексных проектов и стратегий развития российских городов и регионов. На форуме традиционно уделяется особое внимание арктическим территориям, о чем свидетельствует проведение конкурса «Лучшая реализующаяся стратегия в Арктике». В рамках конкурса проектный офис развития Арктики учредил специальную номинацию за лучшее решение в области устойчивого развития и ESG-трансформации. Природный фактор, соответственно, оценивается как природный компонент развития, плюс социальный фактор развития, и оценивается значит, управленческий фактор развития. Это очень важно. Почему? Потому что в эпоху до 2050 года, если Россия сейчас лежит проект реализации новой стратегии низкоуглеродного развития России до 2050 года, то мы должны снижать выбросы СО2, а ESG как раз позволяют компаниям, регионам, городам считать эти выбросы, чтобы они их минимизировать. Победитель получит грант «Пара» в размере 250 тысяч рублей. За него в финале поборются 11 претендентов. От больших муниципальных образований – это Архангельск и Северодвинск от Архангельской области, Надымский район и Салехард от Ямало-Ненецкого автономного округа и Апатиты от Мурманской области. В свою очередь, среди малых муниципальных образований на грант претендуют Оленёкский, Эвенкийский национальный район и Тикси от Республики Саха, Якутия, Дудинка от Красноярского края, Кандалашский район от Мурманской области, Усинск от Республики Коми и Шоинский сельсовет от Ненецкого автономного округа. Нам поступили на реализацию вот этих 11 муниципальных программ, то есть городских и муниципальных образований, да, программ. Я их каждую просмотрел. Я хочу сказать, что к этому подошли очень хорошо. Некоторые вообще очень внимательно подошли к муниципальному образованию, и они получили, большой отклик. Я получил настоящее удовольствие, потому что я вижу, что в этом есть потенциал для развития. Выступление конкурсантов, определение победителей, а также награждение в основных и дополнительных номинациях состоятся в торжественной обстановке на форуме стратегов 25-26 октября 2021 года.